Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру Wolfenstein 1. И сегодня у нас третья серия, часть 3, под названием Фуникулер. Задачи: восстановите питание канатной дороги, вырвитесь из замка Wolfenstein, встретитесь с Кеслером в деревне Вульфбург. Все, это мы читали. Все, поехали. В прошлой серии мы уже натворили очень много дел. Очень много людей, немцев, уже положили. Открой. Я не вышел еще. И вот в этой серии мы уже, наверное, выберемся из замка и пойдем в деревню. О, там кто-то что-то чинит. Давай посмотрим. Давайте поможем ему. Кто же мертвый? Ну ладно, окей. Вот как всех постреляли. Да насрать мне на вашу ушу сигнализацию. В любом случае прибежите. Так, я пойду пока аптечку возьму. Все, я вернусь. Ага, это и есть то, что нам нужно, да? Тот самый фуникулер, который вниз спускается, да? Ладно, и тут кто-то что-то чинил. У кого-то что-то сломалось, или у кого-то руки и жопы не на ту кнопку нажал. Слушай, ты мне часть урона снес. Да, блин, опять часть урона. Я не хочу часть урона, я хочу ноль. Снести. Ладно, с этим уже еще можно. О, броня появилась. Так, что-то запустили. Так, все, пошли. Нам назад нужно. А вон не он. Так, а можно наверх, да? Да, наверх можно, но тут ничего нету. Ну давай быстрее давай. О, там уже стреляют. Что-то вы какие-то слабенькие были. Все, поехали тогда туда. Мне вниз спуститься нужно. Слушай, а ты не беспокоишься, что они могут взять и тросик перегрызть? Сейчас возьмут, тросик перебьют. Мне больно будет падать. Слушай, тебе больно, падай.
спасибо, я пока здесь немного тормозну. А, все, мы уже добрались. Зря ты вышел. Не вышел бы, я бы тебя не трогал бы. Так, а мне что делать нужно? Тут нужно что-то провернуть, да? Так, а сохранение у меня есть, да. А я могу и еще одно сохранение. Под названием один. Так, на всякий случай. Блин, так, ладно, окей, окей. Ага, вот раз, зачем мы дверь сюда поднимем. Я думал, я тебя убил. Так, ну где ты там? Все, тебя точно убил. Надо просто играть немножечко аккуратнее, все хорошо будет. Немножечко аккуратнее, и все, и будет счастье. Так, а ты не хочешь закрываться, да? Ладно, окей. Чуть я не понял, а что мы провернули? Что мы делали такого, что особенного, что... Как, но я точнее стреляю. Ну вот тут хрен. Так, патроны, гранаты. Не хочешь? Так, не, от этого ничего не случается. Дверь закрыта там. А, вот она что. Лестница, оказывается. Так, тут никого, а броня есть. Винтовочка, патроны. Так, все, я понял, нам нужно прыгать. О, молодцы, нормуль. Как же без такой игры? С такими годами не будет вентиляции. Она будет? Конечно будет. Ой. Чё это мой? Спрятался там, видите, а? Я его там высматриваю. Станция, ответьте!
Станция, что происходит? Да, говорит лейтенант Ругер. Ситуация под контролем. А американец? Мертв. Отлично, станция в деревне, связь закончила. Так, а то где открылось? Там, что ли, да? Слушай, а ты пока... Почему связался-то? Здесь рации-то нету. Так, вот здесь я еще не был. Нет, тут закрыто. И выносливость, это выносливость, да? То есть больше бегать смогу. На чуть-чуть. Не стреляй, я Кеслер. Следуй за мной. Мы должны войти в деревню. А, ну ладно. Так, ладно, давайте вот на этом и закончим уже. Еще одну часть мы выполнили. И в следующей серии мы уже начнем уже с задания 2. Если бы мы... Хотя хрен его знает. Сколько-то по времени так там хватило бы. Я не знаю. Ну, на час, наверное, хватило бы. Ну ладно, ничего страшного. Серии так и будут выпускаться. Одна серия, одна часть. Все. Давайте вот на этом мы и закончим. В следующей серии мы уже по деревне будем скакать. Все. Спасибо за просмотр. С вами был Виктор. Всем пока.